Папа Римский Франциск установил Всемирный день молитвы о защите Божьего творения, который будет праздноваться в католической церкви ежегодно 1 сентября. Соответствующее послание понтифик направил главе Папского совета справедливости и мир кардиналу Питеру Тарксону и главе Папского совета по содействию христианскому единству кардиналу Курту Коху. В послании Франциск отметил, что христиане хотят внести посильный вклад в разрешение экологического кризиса, который в настоящее время переживает человечество. Всемирный день молитвы о защите творения, по словам понтифика, это хорошая возможность для того, чтобы поблагодарить Бога и попросить о Его милосердном прощении за грехи, совершенные против мира, в котором мы живем. Папа призвал католиков к истинному экологическому обращению и напомнил, что забота об окружающей среде является важной чертой благочестивой жизни. Папа Римский отметил огромный вклад патриарха Константинопольского Варфоломея I в экологическое просвещение христиан. Он добавил, что празднование Дня молитв о защите творения вместе с православными будет свидетельством стремления христиан к единству.